Здравствуйте, меня зовут Олеся. По образованию я художник-стилист. Окончила Уфимский институт сервиса. Работала дизайнером ведущих глянцевых изданий Уфы, разрабатывала с нуля визуальную стратегию журналов, интернет-сайтов. С первого года состоялась церемония награждения лучших компаний года. На ней была представлена моя выставка картин. Там я получила свою первую награду – статуэтку и диплом «Открытие года». После этого я участвовала еще в нескольких мероприятиях и выставляла свои картины. Там я получала призы и награды. Картина «Путь весны» продолжает серию картин «Героинь с мифическими существами рядом». Она родилась под воздействием теплых, светлых чувств, которые я испытывала на тот момент. Мои девушки точно знают, что они хотят от жизни и кто они такие. Изображенная на этой картине девушка весна, она знает свои сильные стороны, прекрасные качества и таланты. Она идет по жизни уверенно. Несмотря на то, что она нежная, она очень сильная внутри. Она ресурсная, наполненная, теплой, благодатной энергией и щедро делится ей с окружающим миром. И мир подчиняется этой уверенной красоте и мягкой женственной силе. Эта девушка, изображенная на картине, подчиняется весь мир. Она богиня и повелительница царства природы. Она сама жизнь. Эта девушка даже не стремится что-то желать. Настолько она самодостаточна и богата духовно. Она наслаждается собой. А лошадь символизирует животное, которое поможет прийти, пройти этот путь и поддержит ее в любой ситуации. Я складываю свои творения, мои самые лучшие чувства, знания, благоприятный жизненный опыт и эмоции. Ведь я ощущаю ответственность за то, что вы испытываете, глядя на мои работы. И когда вы смотрите на мои картины, в глубине души я каждый раз надеюсь, что мое творчество принесет в вашу душу светлую радость, благо и вдохновение.